Всем привет! У нас сегодня вторник, и мы вышли. У мужа моего сегодня выходной. Слушайте, гляньте, как опять эти водоросли плывут. Время где-то 3:30. У нас же у Дианы время ограничено, поэтому мы будем стараться очень быстро туда-сюда прогуляться, в общем. Бля, с такой скоростью прям плывет, вода не стоит. Людей очень много. Я заметила, когда маску надеваю, очень низкий звук. Вот если я видео делаю, очень низкий звук. Поэтому вот я сейчас неправильно поступила, что маску сняла, чтобы с вами пообщаться. Холодно, вам хочу сказать. Вроде солнце светит, солнце светит, но не греет. Совершенно. Это только дождь прекратился. Ну, не только. В обед, наверное, прекратился. А мне там нужно купить новую насадку на кондитерский мешок. Ну, короче, пойдем сейчас купим насадку. И, ну, и просто погуляем. Что это здесь? Стройка идет, понятно? А у нас же вот эти вот цветочки по всему городу продаются, смотрите. Они не разные. Вот эти, смотрите, эти листочки такие, а вот эти такие. А, 7,5 лир. О, очень гюзель кукуюр. Ашким, он лар фарклымы? А, сюслемиш. И понятно, это обвязали вот этими. Боже мой. Ты шикердрим. Ой, пахнут, слушайте, как эти. Нарциссы. Дианусик. Как нарциссы пахнут. Они, кстати, и похожи на нарциссы, да? Только уменьшенные. Не слышу запаха. А я прям сюда, вот ты держишь, и мне прям слышно. А ты говоришь, не слышишь. Класс. Чок гюзель кукуюр. Круто. По всему городу ими торгуют. Да, данмы? Бахчеде. А, бахчеде. Ой, ну что, они хоть не подохнут, пока мы погуляем? Супер. А только у меня вазы нет. Слушайте, у меня нет вазы, все в банках стоит. Не покупай, потому что, по сути, поставить негде. Коты ж у нас. Все сбивают, гаденыши. Так, слушайте, нагулялись, пришли. Как всегда, ж не готова ж еда, поскольку мне там днем некогда. И поэтому мы заказали вот курица с помидорами, с перчиком. К нему идет хлеб и 2 салата. Этот обычный мевсин салатасы. И что еще? А, ну и, как всегда, луковый. Вот, поэтому сейчас... Можно как-то сделать так, чтобы они не приносили этот салат луковый? Ну, я не знаю. Приносят, ашками ест, поэтому... Диана, сюли дебу салаты дейштерме кулабилирме? Лабили? Ну, он же ест, поэтому он не понимает, зачем его менять, Диан. Ладно, все, будем. Приятного аппетита всем тем, кто за столом. Повечерила уже. У меня сегодня почти праздник. Диана посуду мыла. Ну, то есть она сейчас частенько, я ее приобщаю к домашнему хозяйству. Поэтому я сегодня королевишна, только чай пью и поужинала, а теперь чай. А Дианусик у меня помощница. А это мы сидим, вырубили свет. Свет вырубили, ноутбук он там на последних уже... Ну, там немножко интернета, видно, осталось, пока там тянется. И сейчас уже потухнет.
Выключили везде, не только у нас, вон повсюду. Почему? Неизвестно. Все? Все, видите, потух. Я буду музыку играть. Пожалуйста. У тебя батарейки мало. Где она играет нам на пианино. Говорит, я буду музыку вам играть. Лучше песни пой. Я не умею. Ну, так что... Ну, без электричества нельзя, потому что у нас же электрообогреватели. Поэтому мы куда без электричества. Купили с Дианкой миндаль. Короче, мне нужно сделать миндальную муку. 1 килограмм миндаля стоит 90 лир. Я что-то думала, подешевле будет. Ну да ладно. Не знаю, хватит теперь мне воды, что-то здесь как-то много. Ну я ж тут ем. Я всего лишь 200 грамм взяла, а жру как слон. Заливаем кипятком. И оставляем минут на 10. Чтобы кожурка... Ну, отходила вот так вот, и водичка просто мне там не сегодня помог, видите, поцарапала. От любви. Нечаянно, честно говоря. Не то, что нечаянно, хотела меня так пооблизывать, так поцеловать. Ну и вот, и пусть постоит. Потом слущим кожуру, просушим миндаль. Запах пошел, как мокрый какой-то корешок. Да. И просушим, ну, а потом будем измельчать. Смотрите, в общем, у меня получилась такая мука. Но она вот в цвете изменилась, поскольку я просушила миндаль на сковороде. То есть, ну, надо было в духовке, но я и в духовке сушила. То есть, там нужно было... Даже если ты в духовке бы сушила. Она только если будет, допустим, вот неделю лежать, только тогда она будет белой. Ну вот, в общем, видите, такая получилась. Но она идет как влажная. Может, конечно, она может быть еще и... Но все равно она влажная. Я смешала здесь вот на противне. Смешала мука миндальная, мною сделанная, и сахарная пудра. Сейчас температура 150 градусов. И я это отправляю в духовку буквально на... Это буквально на 4 минутки, чтобы вышла оставшаяся влага. Потому что эти макаронсы очень противные. Я не знаю, получатся они у меня, не получатся. В общем, будем пробовать. Руки у меня чистые, не думайте. Несмотря на то, что ногти у меня, но руки у меня всегда чистые. Вот, так что все, ставлю. Ой, хочется, чтобы все получилось. По идее, делается все просто. Но когда в первый раз, это все очень сложно. Уже во второй раз делаешь как закрытыми глазами. Но, кстати, я делаю на полпорции. И коврик у меня не совсем соответствует для выпечки макаронсов. Но попробуем. Слушайте, а мы все с Дианкой развлекаемся. Так, меренгу сделала. Так вот я наклоняю, ешь, надо проверить. А Диан говорит, ты хоть над столом, а то сейчас тебе на лицо упадет. Все, Диана сделала макаронаж. Все, Дианусечка, давай. Ну не раскрашивается. Что значит все? Не раскрашивается что? Сейчас все сделаем. Нет, все, Диана, я добавляю сюда вот эту вот меренгу, мы соединяем. Дианушка, оно все вместе. Доверься маме. Ну, в общем, смотрите. Алла рукодельница здесь, короче, отсадила. Сейчас оно должно постоять. Да уж. Оно должно постоять и немножечко подсохнуть. То есть, да, для того, чтобы вот так вот пробуешь пальчиком. А оно сухое. Поэтому пусть оно стоит. Не совсем, конечно, ровные они у меня, но первый блин всегда комом. Это вообще, гля... Кривулька. Всем доброе утро. У нас наступил следующий день. Вчера возилась вместе с Дианой. Мы возились с макаронами. Макароны у нас получились классные. Короче, не получились. Не знаю, надо посидеть, почитать, проанализировать, где я допустила ошибку. Ну и когда будет возможность сделать еще... Диана, давай позавтракаем потом. Но я хочу вам сказать, такие вкусные... Неописуемо. Даже не получившиеся.
Ничего. Не получилось. Получилось, мама, она как глянцевая. Да. Почему? Да, как глянцевая, глянь, блестит. Ну, потому что тесто такое. Тесто реально очень капризное, но очень нежное. Может быть, вымешивали мы слишком жестко для него. Диан, не сори, я тебя Богом молю, она не будет. Вот. Жду. Сейчас уже муж придет с работы. Время утра сколько? 8:36.